Всем привет, особенно любителям Specialized. Я вас радостно приветствую. У нас на обзоре RuboX SL4 от компании Specialized, американская компания. Всем знакомая, в принципе, представлять ее не нужно. Вот, трансмиссия у нас тут SRAM Rival, механическая. На этот раз механическая, не электрика. Переключается это все вот этими монетками. Одно краткое нажатие – это спуск, а глубокое нажатие – это подъем. То есть глубокое нажатие – подъем, короткое – спуск. А это спецификация переключения именно переключателей SRAM. Вот. Тут у нас такая красивая карбоновая рама. Также есть технология ZERTZ. Тоже для виброгашения сделано. Ну, по понятным причинам, RuboX. Как ранее говорил в предыдущих видео, RuboX сделали специально для гонок на Paris Roubaix. Вот, это смесь некого тормака и Diverge. Универсальный, одновременно и гоночный аппарат. На вилке тоже присутствуют компоненты ZERTZ для виброгашения. Размер данного велосипеда 56, а именно L-ка. Тут вот на раме можем заметить обозначение Paris-Roubaix Champion 2008, 9, 10, 12 и 14. Компания Specialized любит маркировать свои рамы своими наградами непосредственно. И также мы можем заметить такую вот начало концепции осей, пока еще не перешли на оси, но уже начали делать гидравлику, и тут эксцентрик в комбинации с гидравлическими дисковыми тормозами. Вот, это все вот так вот выглядит, колесо снимается как на обычных эксцентриках, втягивается барашек, и все. Обода у нас тут стоят стоковые, Axis 2.0 SKS. Это непосредственно компания, которая изготавливает компоненты для велосипедов Specialized. Ну и не только, но в основном для вот именно спешей. Вот. Байк стоит не очень-таки дорого. Цены вы можете уточнить у нас на Авито. Ссылка на наш Авито аккаунт находится в описании под видео, либо же в закрепленном комментарии. Вы можете приобрести данный велосипед. У нас есть доставка. Доставка у нас до двери по всем регионам Российской Федерации. Подписывайтесь на канал, ждите новых обзоров. Всем добра!